Коротко из города Железногорска Римского. Я еду домой, а он едет дальше в Центральную Россию на соревнования по собачьим упряжкам. Кострома. Кострома. Вот. Сегодня на улице мороз, трасса отличная, чистая. Ладно, есть несколько вылетов попалось нам по дороге. Мы едем аккуратно, не спешим. Вот. Все хорошо. С нами три пассажира еще. Если что, бензин кончится, можно на них. Да. Так что это наш запасной вариант, как говорится. Да. Лыжи тоже имеются. Без отказа, да? Да. Вот, так что. Затарены нормально, спальники, палатка, все такие. Газ, баллоны, жрачка. Едем хорошо. Ангара. Виды здесь очень красивые. Едем медленно, так как соблюдаем скоростной режим. Это алабайчик, да? Ну ее, знаешь, ставишь не в колеса или в центр. Вот это у них столько энергии, у нас столько нету. Как у них. Перестало прыгать.
Но они хоть не кусаются, да? Нет, они просто, да, они маленькие еще. А этот я собрал. Модичка моя, модичка чего? Гриша. Ле. Сейчас со стены уйдешь, они начнут тебя, да? Если побежать. Если побежать, она побежит с тобой, да? Да. Побеги чуть. Что-то я не рискую нигде. Большой мастер-класс по ездовым собакам в упряжке. Посмотрим. Упряжка начинает собираться. Вот и закончился наш пробный заезд. Сейчас собираемся и едем дальше. Следующая остановка Тайшет.
по очень-очень объездной дороге, по ухабам. Сам Зимник перекрыт, пришлось ехать по параллельной трассе. Я думаю, летом тут вообще не проехать, только на вездеходе или бульдозере. Вот мы плетемся. Поехали мы по этой трассе, потому что, чтобы срезать 300 километров, объехать Тулун и напрямки в Тайшет попасть. I bring life and наша остановка после Тайшета. Остановились перекусить и ехать дальше. Осталось еще 400 километров до Красноярска. Ну вот мы и поели очень вкусно, аж спать хочется. Сейчас покормим собачек и поедем дальше до Красноярска.
Да? Собачки. А, во, я думаю, блядь, выкинуть это ж надо. Нюхайте. Ну давай, запрыгивай. Давай, Лена. Давай, прыг. Все, ехал. Вот мы и в Канске. Канск встретил нас минус 20 градусами, туманом, стоит дым, дышать нечем. Ну, как всегда в Красноярском крае, экология хромает. Едем дальше. Ich träume und die Welt erzittert. Красноярске приехали, едем в сторону Красраба, сейчас я там пересяду на такси и поеду до дому. Это, пожалуй, все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока!